Больше 15 лет назад на этом месте росла пшеница. Теперь же здесь целый микрорайон, немецкая деревня. И сегодня я расскажу вам про него. Меня зовут Дмитрий Клеменов. Я эксперт рынка недвижимости города Краснодара. Подписывайся на меня. Сейчас мы находимся в центре немецкой деревни, площади имени Игоря Ротмана. Игорь Ротман – идейный вдохновитель и основатель этого проекта. Концепция микрорайона была представлена публике в 2006 году на Сочинском экономическом форуме. Макет с проектом немецкой деревни заинтересовал Владимира Владимировича Путина, и он разговаривал с основателем проекта Игорем Ротманом целых 8 минут. В итоге было решено, что проекту быть. Также ходят слухи, что микрорайон очень похож на один из южных городов Германии – Баден-Баден. В центре площади находится фонтан. Летом дети в нем купаются, а в зимнее время на этом месте устанавливается елка. Главная фишка этого района – это, конечно же, рукотворное озеро. Летом здесь можно кататься на катамаранах. И, конечно же, здесь все время плавают утки и небольшое изобилие различных птиц. А ничего, нельзя им погулять? А, вот, здесь. На той стороне? Пойдемте наверх. Немецкая деревня имеет закрытую территорию. И именно благодаря этому здесь поддерживается чистота и порядок. Кстати, расскажу немного про озеро. В нем обитает огромное количество животных. Лебеди, гуси, утки, черепахи, огромное количество видов рыб. Сазан, карп, карась, сом. Также попадаются и трофейные экземпляры. Я сам являюсь жителем этого микрорайона. Летом мы часто приходим сюда для того, чтобы провести здесь пикник. В теплое время года немецкая деревня является точкой притяжения для всех жителей западного обхода. Люди приезжают сюда для того, чтобы погулять, покормить птиц, порыбачить. В общем, здесь можно делать и развлекаться все, что душе угодно. Микрорайон построен по концепции европейского пригорода. То есть все вокруг – это малоэтажная застройка. Есть шестиэтажные, трехэтажные дома, а также элитный частный сектор, который я вам сейчас покажу. Возводится вторая и последняя очередь таунхаусов. Сейчас расскажу про самую главную фишку этого комплекса. Это же, конечно, эксплуатируемая кровля. Таунхаус имеет два этажа, третий из них – эксплуатируемая крыша. Можно выходить туда загорать, либо поставить там барбекю. Никто вам этого не запретит. В пешей доступности от немецкой деревни строится новый район – Европа-Сити. Именно здесь можно купить классные квартиры от застройщика по очень интересным ценам. При этом вы живете не в немецкой деревне, а в пешей доступности от нее. Пользуйтесь всей инфраструктурой микрорайона и при этом не переплачиваете за жизнь в этом элитном районе. Район представлен такими цветными домами в типично европейском стиле с высотой до 9 этажей. Вместе с районом также была построена и школа, но это не отменяет того, что она битком. Здесь построен храм Святой Матроны. Что самое интересное, каждое воскресенье, открывая окна утром, можно услышать колокольный звон. А по большим церковным праздникам, например, в Пасху,
Можно прийти и позвонить в колокольню. Рядом с храмом есть артезианский источник, где можно бесплатно набрать воды. Немецкая деревня и все, что находится рядом, это территория малоэтажной застройки. Здесь также есть множество других застройщиков, которые строят трехэтажные дома. Давайте посмотрим один из них. Перемещаемся уже ближе к поселку Колосистому, также район немецкой деревни. Здесь строится жилой комплекс «Португалия». На данный момент здесь самые-самые доступные предложения именно в этом районе. Чем же все-таки интересен данный ЖК? Это район с достаточно развитой инфраструктурой. Рядом находится школа, детский сад, больница. Удаленность от центра 40 минут без пробок. Последняя очередь данного ЖК идет с очень интересным вентфасадом, да и вообще классная отделка. Давайте посмотрим. Несмотря на то, что выходные, тем не менее стройка кипит. Посмотрите, как красиво выглядит фасад новой очереди жилого комплекса «Португалия». Если вы хотите жить в тихом и семейном районе, с достаточным количеством инфраструктуры, чтобы было чем заняться детям и при этом вечером спокойно припарковать машину в своем дворе, ваш выбор очевиден. Я бесплатно подберу для вас недвижимость в этом районе города и не только. Все контакты в описании.